أما والذي حج الحجيج لبيته. Очень великое благо и милость Всевышнего Аллаха, когда Всевышний Аллах дает возможность своему рабу совершать умра или совершать хадж. Потому что это является возможностью и шансом очистить себя, очистить свою душу и также искупить свои грехи посредством поклонения, которое он делает во время умры. Мы, мусульмане, поистине знаем, что святость или благословение, или достоинство времени или места дает Всевышний Аллах Субхану Та'ала. И Он является источником именно этой святости и благословения. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы мы возвеличивали эти знаменательные обряды и места, мы должны знать о них. И мы должны изучать их. Аллах Коран говорит: «Инна Сафа и Марва мин шиаириллах». Поистине Сафа и Марва, это два холма, которые находятся позади нас, являются знамением и обрядом Аллаха, который Аллах сделал обязательным для мусульман, тот, кто хочет выполнить хадж или умру. За историей всегда Всевышний Аллах время от времени отправлял посланников для того, чтобы вернуть людей к источнику Таухида.